Они здесь. Рядом с нами. Следят за нами. Защищают нас. Здорово, да? А почему я их не вижу? Если не видишь чего-то, это не значит, что этого нет. Как делишки, красотуля? Говорящая улитка. Вообще-то, я слизняк. Видишь, домика нет. Вы кто? Мы лифманы, хранители леса. Я не из этого мира. Ты что, уменьшилась? Да. Серьезно? Это для всех странный день. Ай! Ты здесь не случайно. Порой связь не видна. Я уничтожу лес. Вместе с нашим миром погибнет и ваш. Давай, ты теперь с нами. Мрак овладеет лесом. Сначала сразись с нами. Сюда! Беги! Ты быстрее можешь? Больно же! Мозги вытягиваешь! Я должен найти дочь! Я здесь! Ищи, ищи! Ози! Без поцелуев! Гниль не остановить! Урод говорит что? Что? Ничего! В эфире самый быстрый вид спорта, где выступают лишь лучшие из лучших. Крылья бы обломать! Впервые за все годы чемпионата у нас самолет-кукурузник. Да просто смертник! Дасти, тебе соревноваться с самыми быстрыми самолетами. Я боюсь высоты. Он у вас что, с кабиной не дружит? Да. Главное не как быстро ты летаешь, а как ты летаешь быстро. Ты можешь подняться гораздо выше, чем думаешь. Ракета! Он готов. Надо же, кто прилетел. Мордасти. Дасти, Дасти полей поле. Огородник. О, вы бульдог. Так зову. Зови меня просто Ишани. Я Чупакабра. Сколько всего ждет нас вместе! И смех, и слезы, и танцы! Я-ху! Правда, не друг с другом. Ни на что не отвлекайся! Она словно луч света для летящего в темноте. О, как свежее фосфорное удобрение для гибнущей свеклы! Комплименты это не твою. Позволь сказать танкер, чьей авиации. Но ты же тачка. У Амиго раздвоение личности. Тебе конец, это говорю я. Рик Шлингер! Тыщи в мой пыльный хвост! Ты посрамлен. Нью-Йорк принимает. Поналетели тут с ферм. Это Дасти полей поле. Я попал под грозу! История верности и дружбе. Как у собак. Нет здесь никаких собак. Ну, а бульдог? Пошел! О, гадость какая! Марвел! Покушу замок! Уходи вправо! Ты мой спаситель. Ты что, плачешь? Англичане не плачут. Меня зовут Гиб, а это мои предки, семейство Крутс. Мы в этой пещере вечность. 3 дня – это не вечность. С вами вечность. Мам, пора уходить. Мам? Еще жива. Еще жива. Мы не исследовали окружающий мир из-за главного отцовского правила. Все новое – это беда, поэтому бойся всегда. И мы не знали, что наш мир скоро изменится. Быстро в пещеру!
должны это увидеть. Надо пойти туда! Нет! Где это мы? Точно не знаю. Папа? Сын, я разберусь. Прикольненько. Меня зовут Гай. А это ремень. Повар, собеседник, навигатор. А еще он держит мои штаны. Надо уходить. Конец света близок. Что? То, на чем мы сейчас стоим, исчезнет. Я назвал это конец. Нам нужна пещера. Я вам помогу. Пойдемте со мной. Мы справимся, отец. Круг держится вместе. А вот вы двое, нет! Что-то долго идем! Надо поторопиться! Я называю это обувь! Очуметь! А где мои ноги? Пещера! Скорей сюда! Смотрите, у пещеры есть язык! Круто! Что это такое? Огонь. Эй, он кусается! Попробуй спрятаться от него в сухой траве! Итак, начинается новая чудесная рабочая неделя на фабрике. Когда я рос, то думал, что все вокруг ползают как улитки. Вперед, народ, поживее! Думал, что хочу скорости. Может, перестанешь уже про свою скорость? Надо начинать жить. Я и живу. Ты улитка, а не машина. Но это мое. Нет, не твое. Кто сказал? Так говорит мать природа. Мечтаю стать быстрым. Опасно. Да! О, нет. Со мной творится. Сегодня мой счастливый день. Далеко ваш дом, да? Садовые. У нас здесь плаксуля. Приступим. На старт. Внимание. Я вас обгоню. Меня зовут Турбо. Оу, я б хотел такое имя. Нас знают под разными именами. Мы предстаем в разных обличьях. Мы приносим чудеса и надежду. Мы приносим радость и сны. Мы — это песчаный человек и зубная фея, пасхальный кролик и Санта. И наши возможности больше. Чем вы можете себе представить?
Ведь вместе мы охраняем детей во всем мире. И пока они в нас верят, мы будем защищать их, не щадя своих жизней. Этот сон подошел к концу. Пора страху взять власть над миром. Мы еще не сталкивались с большей угрозой. И поэтому мы примем бой. Крылышки к бою, и пленных не берем. Даже не надейся кролика обогнать. Моя армия готова. Все в сани, быстро! Пристегивайтесь! А где у тебя ремни? А, да это я пошутил! Поехали! А саночки-то все любят. На ее гребень! 5, 4, 3, 2. Но есть же много причин для танца. И какой у меня папа? Единственный способ узнать это попробовать. Стряхнем этот мир! Покажите мне класс! Эрик, это было не так уж плохо. Стой, куда это ты? Ухожу, Билл. Я хочу быть свободным. Как ты думаешь, они могли сбежать? Бери малюток и пушите отсюда. Чувак, а ну проси прощения. Не то я тебе еще одну ноздрю проделаю. Вся стая попала в западню. Среди огромных стен льда и снега. Что он может? Он самый обычный пингвин. Пингвин, который умеет летать. Научи их летать. Сынок, но мы пингвины. Мы не умеем летать. Это небезопасно. Рамон, ничего себе, все пришли! Кроме одного, который остался из-за простуды. А нет, он здесь. Я двигаюсь вверх по пищевой цепи. Сейчас сожру кого-нибудь. Странный вкус. Ты укусил его за зад. Ты и я? Шансов ноль. У меня есть шанс. Целых ноль! Мы в деле, Билл! Делай ноги два. Это правда! Я найду способ, как помирить папу с сыночком. Рамон, ты неотразим. Это только снаружи. Нет. Нет! Эй, стойте! Меня забыли! Эй, киса ку-ку! Тебя выкинули, как устаревший айфон! Ну, пожалуйста, вы не понимаете, я заблудился! А это не наши проблемы. Котам вход воспрещен. Передай отвертку. Как новенький. Это кто тут у нас? Как же мы тебя назовем? Придумал? Громом. Теперь это твоя семья. Щекотно. Абракадабра! А вот и новый член нашей труппы. Он лучше, чем старый кролик. О, а ты думал, сейчас ты тут помурлыкаешь? И в дамки! Дядя Лоренс, нам надо поговорить про дом. Клянусь ушами, он решил обдурить старика. Нам тоже ничего хорошего не светит. Дэниел хочет продать дом за спиной у Лоренса. А нас на улицу. Мама мия, мы не допустить. У меня есть идея. Пусть только сунутся. Я кунг-фу мышка.
такое? Я опять располнел за лето. На Диком Севере, когда ты особенный, жизнь загонит тебя в медвежий угол. Особенно, если ты норм. Что он за медведь, если не умеет охотиться? Вы еще сделайте фотку и посмейтесь дома. Антон Камолов, Ольга Шелест, Николай Николаевич Дроздов. В наши края вторгся человек. Но когда дом в опасности... Мишка, хочу! Все, наконец, поймут. Отовсюду едут, даже с курортов. В чем его предназначение? Отправляйся в город и убеди людей не строить здесь свои гнезда. Но мне в помощь нужны бойцы. Эти малявки. Главный мультфильм весенних каникул. А ты наступи на него и убедишься, насколько он крут. Минуточку. Несокрушимые! Во всех кинотеатрах страны! Приветики! Надо придумать легенду, что медведь делает в этом городе. Костюмчик просто отпад! Ты даже пахнешь полярным медведем! Я сказочно разбогатею, когда распродам Арктику! Это мой дом! Прикольно рычит! Вера, запиши его, продадим на рингтоны. Мы убедим людей помочь тебе! И у меня есть идея! Но для победы... Дамы и господа, норм прямиком из Арктики! Мало стать звездой! Норм и несокрушимые! Вы такие прикольные пушистики! Не у каждого есть талант угодить даме! С 24 марта! Я о людях знаю все! Думаете, они хоть почешутся, когда вас грохнут? Да ничего подобного! Я не хочу никуда уходить. Мой дом здесь. Мы отправляемся в Дели. Мы их кишки на ветки намотаем! Война! Война! Я знаю, это сложно понять, но насилием все вопросы не решишь. А как еще с ними разговаривать? Кто-нибудь умеет по-ихнему болтать? Кто-нибудь? Я одного знаю. Э? Что? Что? Я знаю того, кто вам нужен. Для него человеческий язык как родной. Верните меня домой! Немедленно! Вы меня поняли? Только не забывай, что ты родом из джунглей. Отвали, батан шоколадный! Да что этот петух крашеный людям сделает? Не лезьте ко мне со своими бредовыми идеями! Я отправлюсь только домой! Я не поеду в Дели, даже если меня убивать будут! Из глубин своего панциря слышу я. От него так воняет, неудивительно, что он отшельник. Городок Нужвиль, царство высоких нанотехнологий. Пчелы. И вместо природы кругом искусственный интеллект. Привет, Тед. Привет, Одри. Идем, кое-что покажу. Ух ты, сахарная вата. Деревья. Настоящие! Раньше они у нас повсюду росли. Ну да.
я выполню любое желание того, кто покажет мне настоящее живое дерево. От создателей фильма «Гадкий я». Вот это да! Эйнштейны, зачем пожаловали? Выяснить, что он задумал. Деревья? Тоже мне юный натуралист. Я думал, до них никому нет дела. А вот и нет. Мне до них дело есть. Все началось много лет назад, когда я случайно вызвал загадочное существо, древнее, как сам мир. Его звали Лоракс. Эй! Дерево ты срубил? Что это там? Стой! Во всем виноват он. Весной тебе придется изменить мир. Я тебя не подведу. Да, не судьба. Приготовьтесь к приключениям. Чудесный городок, ты от разве нет? Я не представляю, зачем тебе уходить из такого славного города еще раз. А? Измените мир. Если каждый, как ты, не услышит сердце совет, разве сможем мы сделать мир лучше? О, нет. Последняя трюфельная семечка. Это необычная семечка, а ты необычный юноша. Впервые и только для вас Дэнни Де Вито заговорил по-русски. Я тебя поцелую, Тед! Нам надо бежать! Сегодня я совершенно свободен. Лоракс. Откуда взялась эта мохнатая фрикаделька? Это я, фрикаделька? А ну, пойдем, видим! Стой! Ты что, ударишь даму? Она дама? Я Дэнни Де Вито. Я овладел великим и могучим. Выбирайте меня! В матье! В кино!